сначала по игре. Учитывая, что играли с аутсайдером, какие были планы на эту игру и что получилось из этого, что не получилось? Ну, наверное, я бы все равно не ставила их аутсайдерами, потому что, ну, тот волейбол у них всегда такой азартный, то есть сильный. Да, иногда у них какие-то, ну, возможно, проблемы в организации, но они всегда играют с большой душой и самоотдачей. И у нас возникали проблемы, когда мы играли с ними на Олимпиаде, да, и поэтому настраивались на эту игру, ну, серьезно, то есть, и думали, будет, ну, гораздо больше проблем, чем получилось. Ну, в целом, довольны результатом? Победа, она всегда хороша, то есть, победа 3-0, и, ну, рада, да. А как ты себя ощущаешь на площадке, комфортно ли тебе, и, так скажем, на какой процент от своей оптимальной формы ты бы себя сейчас оценила? Мне кажется, я все равно еще ищу свою оптимальную форму, тоже много провалов, очень не нравится это, и все равно понимаю, что много нужно работать над собой, а времени все меньше и меньше к главному турниру, и все равно тут уже финал скоро начнется уже здесь, поэтому надеемся, что найдем свою форму быстрее. Цель именно на этот турнир какая конкретно? Ну, мне кажется, хотелось бы максимума, то есть... Ну, как вот, насколько можешь, максимальные медали, которые ты заслуживаешь, и это покажет твоя работа. Uh-huh. А Монтрё такой красивый город, замечательный. Очень, уже. Очень, очень. Да. Уже удалось посмотреть, что-то поделать на такие. Ну, мы не первый раз же здесь, то есть в этот раз еще не получилось, у нас завтра выходной, то есть свободный от волейбола день у нас, поэтому, я думаю, основная программа культурная такая получится завтра, но те виды, которые ты можешь смотреть, выходя там из гостиницы, идя до автобуса, это просто непередаваемо, это прям картинка. Что запланировали на завтра? Ну, так, пока еще ничего особенного. Ну, в моих планах я очень хочу, у меня есть фотография с 13-го года с Фредди Меркьюри, я хочу повторить, как бы, потому что много лет прошло. Вот, ну, наверное, такая основная. Там уже как получится, как пойдет, какой будет настрой и где будет удачливо. Кто у вас в команде самый заядлый путешественник? Ух. Ну, наверное, все равно все. То есть все много где были не по спорту уже, как туристы, то есть и любят путешествовать, то есть, наверное, все, да. Спасибо. Удачи в следующем. Спасибо, спасибо.